Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС, незаконно получившего завышенную премию по итогам года. Он обвиняется в хищении более 400 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, преступление начальник Камчатского ПСО, тогда еще занимавший эту должность, совершил в 2016 году. При помощи бухгалтера спасотряда, которая проходит пособницей по этому делу, спасатель получил премию в 420 тысяч рублей, что значительно превысило размер вознаграждения, установленный приказом руководства. Преступление выявили полицейские и сотрудники ФСБ. Обвиняемый свою вину не признал.